Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич. Я занимаюсь продажами квартир в Рязани, вторичка, новостройка от застройщика. Если нужно, обращайтесь, телефон внизу у экрана. В этом ролике покажу вам трехкомнатную квартиру в сданном доме, жилой комплекс «Голландия», застройщик «Мармакс». Сначала небольшой обзор по самому комплексу, потом размещаю планировку и пойдемте со мной посмотрим эту квартиру своими глазами. Так, ну вот смотрите, жилой комплекс «Голландия» – это первый дом, который сдан, заселен. Вот такая вот красота. Сейчас идут еще работы по дворовой территории. Второй дом, квартиру, которую я хочу вам сейчас показать. И рядом строится жилой комплекс «Голландия», третья очередь, застройщик «Мармакс». Квартиру сейчас здесь увидим. А так, здесь тоже полно вариантов, если нужно, обращайтесь, тоже с покупкой помогу. Сейчас размещаю планировку и идемте смотрим квартиру своими глазами. Сейчас вы увидели планировку трехкомнатной квартиры, 90 квадратных метров, на 10 этаже. И давайте ее сейчас посмотрим. Хорошая входная металлическая дверь. Вот замочки тяжелые, толстые. Не какая-то там фанера, как у других. Красота. Пойдемте с вами в саму квартиру. Так, тут такой вот, что очень хорошо, тут большой холл, большой коридор. Обычно в трешках все площадь в комнатах, а коридор протискиваешь. Вот тут можно поставить, не знаю, там шкаф, пуф какой-нибудь, там раздевалку красивую, прихожую красивую. Можно свою фантазию проявить, как хотите. Так, ну с левой стороны у нас сразу 20-метровая кухня. Вот-вот-вот. Кухня квадратная. Видите, котел. То есть тут можно уже фантазию как хотите. Хоть в эту сторону кухню ставить, как раз уголочек. Может быть и как раз под холодильник. А, ну смотрите, тут даже розеточка есть. И вот так ее угловую сделать, не знаю, стол поставить, диван. Тут можно сделать все, что угодно. Так, двигаемся с вами дальше. Большой у нас коридор. Получается комнаты 15 квадратных метров. Видите, за окном. Сейчас вам покажу. Оп. Это достраивается в следующую очередь Голландии. Это двор. Это получается первая очередь, дом, который сданный. Ну, мы сейчас во второй очереди тоже сданный. И вот сейчас достраивается еще третья очередь. Ну, пока вот такое все, скоро все будет зелененькое. Дворовая территория, конечно, классная. Так. Закрываем. И двигаемся с вами дальше. Так, здесь мы сейчас были. Тут получается огроменный санузел. Вот такой. Ну, в планировке посмотрите, сколько. До сантиметра. Не все в голове держу. Еще одна 15-метровая комната. Вытянутая форма. Ну, вид такой же. Эти две комнаты и кухня с видом на одну сторону. Так, мы с вами коридор. Гуляем. Можно тут гулять. Еще, пожалуйста, санузел. Два санузла, как положено. Квартира большая. Скорее всего, здесь будет проживать семья с детьми. О, два санузла в таком случае просто необходимо. Так, вот такая. Вот же. Оп. Вот вид из окна. Зелененькая, это улица новая. Вниз спускается, косилось шоссе. Налево пошла дорога в центр, направо в Дашку песочник. Вот как бы вот можно выезжать вообще со двора вот здесь вот. Налево и в центр. До центра там два шага. Такой вот неплохой вариант расположения жилого комплекса «Голландия». Покажу. Вот такая красота, вот такая трешка.
Так, ну показал вам квартиру, нужна какая-то информация, консультация. Захотите сами прийти на стройку, посмотреть. Звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Телков Сергей Валерьевич. Под видео в комментарии оставлю ссылку на сайт с ценными планировками для ознакомления. Если интересно, ознакомьтесь. Ролик заканчиваю. Всего вам доброго. До свидания.